В начале осени спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и федерального проекта «Спорт. Норма жизни» представляют вашему вниманию межрегиональный турнир по кроссфиту в формате телемоста. Состязание пройдет одновременно в таких городах, как Красногорск, Улан-Удэ, Курган, Архангельск и Ульяновск. Сила и выносливость, быстрота и ловкость. Лучшие атлеты регионов встретятся в честной схватке за право быть лучшими. 3 сентября в 5 регионах России. Соревновательный дух и азарт победы. Спортивные конкурсы, ценные призы и обширная развлекательная программа. Это праздник спорта, семьи и здорового образа жизни. Приглашаем к участию и поболеть. Участие бесплатное. Запись на турнир обязательно на официальном сайте в crossfit.rf. Начало регистрации участников в Красногорске в 11:00 по адресу улица Ленина, дом 3, площадь Дворца культуры Подмосковья. Старт турнира в Красногорске в 12:00. Начало регистрации участников в Улан-Удэ в 16:00 на площади Советов. Старт турнира в Улан-Удэ в 17:00. Начало регистрации участников в Архангельске в 11:00 по адресу проспект Ломоносова, дом 252, стадион «Труд». Старт турнира в Архангельске в 12:00. Начало регистрации участников в Кургане в 13:00 на Троицкой площади. Старт турнира в Кургане в 14:00. Начало регистрации участников в Ульяновске в 12:00 на территории Дворца спорта «Волга Спорт-Арена». Старт турнира в Ульяновске в 13:00. Друзья, до встречи 3 сентября в 5 регионах России. Ведь спорт – это биение твоего сердца, твое дыхание и это твой ритм жизни.